Здравствуйте, мои маленькие любители Тетриса. Сейчас я вам покажу, как сделать Тетрис таким, какой он есть на мировом турнире. Значит, для начала нам понадобится эмулятор Dendy. С официального сайта скачиваем его. Далее переходим на этот сайт. И скачиваем патч Таус. Проходим верификацию. И загружаем. После этого распаковываем наш эмулятор в любое удобное место на компьютере. И распаковываем наш патч с расширением IPS. Далее нам потребуется переименовать наш патч в то, как называется наша игра, наш Тетрис. Первое идет ее название самой игры. Далее через точку расширения, то бишь NES, и оставляем расширение нашего патча IPS. Теперь нам просто потребуется закинуть в папку с игрой, в папку с эмулятором и с игрой наш патч. После этого все будет работать. Для начала я покажу вам, как выглядит Тетрис без патча. Сразу видим то, что главный экран пропустить нельзя без патча. Видим слева у нас статистика. Стандартная, как она есть в оригинале. Но перемещаем наш патч в папку с эмулятором с игрой. Запускаем игру. И видим, что мы можем пропускать главный экран. Также мы видим, теперь у нас появилась слева статистика. И сейчас я кратко расскажу, как она работает. Значит, первое, DHT. Это так называемая засуха. Это количество ходов без палок. Как только появляется палка, счетчик замирает. Следующее, BRN. Это у нас количество линий, очищенных с момента последнего тетриса. Следующее, эффективность. Это счет за количество срезанных строк. 40 для одного, 50 для двойного, 100 для тройного и 300 для тетриса. TRT. Это ваш тетрис рейт. Процент очищенных линий от тетрисов. И TRNS. Это оценка перехода на следующий уровень со стартового. То есть, допустим, это полезно, вы начинаете с 18-го. И как только вы переходите на 19 уровень, вам покажут, какое количество очков вы набрали после перехода. После игры вам откроется журнал эффективности. Он учитывает эффективность за 10 очищенных строк. Также с этого сайта вы можете попробовать и остальные патчи. Все ссылки вы найдете в описании под видео. Надеюсь, что ролик был вам полезен. Для меня лучшей наградой будет лайк, подписка. Всем успехов в Тетрисе. Увидимся на стримах. Пока.